Не в том месте и не в то время. В центре Запорожья произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Подробности далее. Вечер пятницы. Участок проспекта Ленина напротив облгосадминистрации. Мужчина пытается перейти дорогу, но попадает под колеса микроавтобуса. Несмотря на то, что на первый взгляд «Мерседес» двигался не на очень высокой скорости, у пострадавшего серьезные травмы. Перелом ребер, травматическая ампутация пальцев и черепно-мозговая травма. На месте происшествия собраны все нужные материалы. Сейчас по данному факту дорожно-транспортного происшествия проводится следствие. Пешеход был доставлен в 5-ю городскую больницу. Зафиксированы множественные травмы всего туловища. В больницу пострадавший был доставлен в состоянии комы. Из нее мужчина вышел только в понедельник.